Hello, everyone. Good afternoon. I'm very pleased to share my ideas regarding the 440 window movement. Приветствую всех. Добрый день. Мне очень приятно поделиться с вами своими идеями по поводу дна 414 в Восточной Азии. У нас население 1,5 миллиарда человек. Это 22% населения всего мира. Эти все люди живут в Восточной Азии. У нас 8 стран, включая Северную Корею, которая здесь, к сожалению, не представлена. Нам нужно молиться за Северную Корею. А в прошлый вторник вечером все представители Восточной Азии, все представители, участники Акна 414 собирались, и это напомнило мне об учениках Иисуса Христа, когда они слушали Его наставления по поводу важности для детей в Восточной Азии. Каждая страна очень активно участвует в движении Акна 414. И Корея, Монголия, Китай, Япония и другие страны. Корея и Монголия очень хорошо уже работают, остальные страны двигаются в направлении этого. А Северная Корея все еще спит. Я вас еще раз прошу молиться за Северную Корею. Мы слышали хорошую новость из Монголии. Only 5 Christians in 1990, but now. Да, говоря по поводу Монголии, там в 1990 году было всего 5 христиан. Но сейчас их христиан в Монголии уже 70 тысяч. Слава Богу. Или же 2,3% населения страны. У них цель к 2020 году повысить процент христиан до 10% от населения. И еще приятно сказать по поводу Монголии, что у них примерно 50% населения — это молодые люди в возрасте до 25 лет. Поэтому мы надеемся, в будущем есть надежда у Монголии. У нас очень много трудностей, но уникальная трудность в Восточной Азии — это низкая рождаемость. Как много корейцев будет существовать в 2300 году, если такой же низкий уровень рождаемости будет продолжаться? Да, к тому времени только 50 тысяч корейцев будет существовать, а сейчас их 75 миллионов. Можете представить себе. Поэтому христиане должны иметь больше детей. Также у нас высокий уровень самоубийств. И большинству детям трудно очень приходится в школах и в домах, как в Корее, так в Китае, как и в Гонконге. Мы пришли к выводу, что причиной этих трудностей надломленные взаимоотношения с Богом. Извините, у нас кабинка. So we need to emphasize the importance of children in the ministry as well. We, as adults, are responsible, and the relationship resuming is important. Christian homes should be more productive. Local churches should be mobilized. I'm reporting from chapstick countries in the hand of God. Thank you very much.